Привет, сегодня я играю в игру какую-то по FNAF, давайте что-то один. Я не знаю английский, так что можно, в принципе, просто... Давайте туда пойдем. Это какая-то игра по FNAF, как я знаю. Что мне надо делать? А, вот кнопки эти. А, мне надо деревья срубить, как я понимаю. Джиг какой-то. Давайте посадим дерево. Зачем я это делаю? Стоп. Что это? Что мне надо делать? Так, мне надо еще срубить. Так, ну вот, куча деревьев уже срубил. Нафига. Вообще игра прикольная. Я слушал, типа, людям не нравились игры этого разработчика, потому что говорили, что игры его какие-то страшные. Ну, ребят, ну это по-вашему страшные, блин? Милая игра, что-то сказать. Очень страшная вообще. О, мини-игра. Старт. Это вот прикольно. Только что мне надо делать? Это вот мне вот прям нравится. Это начальные игры. Так, что мне делать-то надо? Куда мне идти? Мне куда-то идти надо. Что тут за путаница вообще? Тут лабиринт какой-то. Я прошел? Понятно. И что? Какой-то жук мне что-то тут... А, ну, неудивительно, что некоторые говорили, что это страшно, потому что жук реально какой-то стрёмный, но, блин, мне вот не страшно. Так что это за маска? Меня поймали! Вы кто такие? А что, классная игра? Я не знаю, почему я слышал... Кому-то не нравятся эти игры. А что, классная игра? Вот мне понравилось. Ладно. Что это было? Ой, подарок какой-то получил. Я не знаю английский, так что... Ну, просто смотрите. А, это типа то, что у меня есть. Где это я? Ой, опять мне Джек звонит этот. Таск. А, это конец. Что это за крестик? Блин, это выход из игры был. А я-то откуда знал? А предупредить меня нельзя было? Все то же самое. Давайте я вот сюда пойду. То же самое.
Я пойду тут пока что-то за утка. Это кто, блин? Это что было? Что тут люк открылся? Я могу в люк пойти. Это типа лаги какие-то. А тут с каждой секунды типа набирается сколько? Нифига. А еще тут на рублю. Подождите. Лучше 162. Вы понимаете, как это много? Короче, столько хватит. В принципе. Все, пойдем дальше. Сейчас мини-играет, а нет, мини-игры не будет. Блин, ну вы перевод бы хотя бы какой-нибудь сделали. Ой, я могу что-нибудь купить. А, это за реальные деньги? Я-то откуда знал? Да блин, меня поймали цыгане. Что мне тут вообще делать, а? Объясните, пожалуйста. Кто-нибудь на русском. Если вы можете. Чё? О, мини-игра. Я проиграл. Да блин, как это сделать? Давай же, вали отсюда, блин. Тут ловушки тупые. До скольки мне надо дойти, я не понимаю. А, мне надо нажать. Мне просто нужно натыкать на этот мост. А, больше все не работает. Не работает больше. Давайте срубим. А, что это? Там дождь. Тысяча с лишним, блин. Они быстрее расти стали.
ладно, идем дальше. А, все, тут забор. Тут забор поставили. Что мне теперь делать? Снимать штаны и бегать? Зачем мне эти доски какие-то? Я не понимаю. Чтоб мосты строить. Давайте посадим тут. О, мини-игра какая-то. Блин, игра вообще мне нравится, потому что тут мини-игры такие прикольные, можно поиграть в мини-игры. И, видимо, я слышал, некоторым людям не нравятся вот всякие, типа, такие игры. Почему? Люди, это прекрасная игра, я не понимаю, почему вам не нравится? Блин, тут же паразиты какие-то ходят. Все, так идем еще куда-то. Ну, тут больше мини-игр нет. Что это за музычка? Давайте вернемся. Музычка появилась какая-то. Я могу только вверх поднять. Да что это за паразиты тут ходят? Так, дальше идем. Да что я должен делать тут? О, сейчас мне польет тучка деревья. Ручка хорошая. Опять я провалился. Себе это под... Да блин, этот мост опять строить. Ладно, мы возьмем себе деревья. Тыщ, 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 тыщ. Садим новые, мало ли дождь пойдет. Нифига себе! Что это тут? Прикольно. Блин, я не могу ничего сделать. О, мини-игра, я могу в мини-игру теперь поиграть.
попробуем найти конец. Я играю за какого-то муравья. Блин, ну тут по графике видно, что это разработчик нас делал. Только тут жаль, что не пиксельная, но тоже прикольно. Мне вот нравится игра. Я не буду ее удалять, что она крутая, мне кажется. Так я могу в люк упасть. А прикол просто. Ну а чё? О, я могу и мини-игру поиграть, ура! Блин, тут так неудобно с этими пикселями всякими. Типа, тут пропадает, типа... Это так непривычно, реально. И как-то вот играть в такие мини-игры, я обычно в такое не играю. Первый раз играю, типа тут пропадает такое, будто вперед идет. Блин, реально ощущение, будто просто пропал. Не, я не хочу больше. Что-то я могу посадить. Ой, неплохо, у меня тут выросли деревяшки. Деревяшки, тун-тун-тун, деревяшки, тун-тун-тун. Давайте посадим. Не понимаю, зачем мне эти доски. Ну ладно, пофиг. Мне тут... Я могу сохранить прогресс, видите? Или у меня ничего не сохранится, если я выйду? Давайте сюда. Эти деревья там польем. Ну-ка, я могу, типа, если нажимать мини-игру включить? Это не то. Нет, я не могу так просто включить. Ай, тут, блин, нужно мост построить. Короче, игра мне нравится вообще. Прикольная. Симулятор какой-то будто. Вообще вот это вот прикольно выглядит, когда ты такой ходишь. Вот эта графика разработчиков нас, мне она нравится реально. Так нет, я могу закрыть. Блин, нет, не могу. Вот открыть могу, закрыть не могу почему-то. Короче, игра классная. Я могу как-нибудь сохранить прогресс. Ну, мне понравилось. Ну-ка, перезайдем. У меня прогресс сохранился-то. А, вот тут есть. Штука, и у меня сохранился прогресс. Походу, да. Да, у меня сохранился прогресс. Походу. Посмотрим, вы... Да, сохранился, ребят. Так что можно, в принципе, выйти. Всем пока. Игра была классная вообще. Мне понравилось. Всем пока.